Боксарское городское собрание депутатов утвердило финансовый план столицы Чувашии на 2019 и ближайшие три года. Доходы бюджета Чебоксар на 2019 год прогнозируются в объеме 11,6 миллиардов рублей. Расходы 11,8 миллиардов, дефицит 200 миллионов. Городская казна сформирована таким образом, чтобы профинансировать все 20 муниципальных программ и выполнить обязательства по четырем региональным проектам. Образование, жилье и городская среда, демография и безопасные и качественные дороги. Глава администрации города Алексей Ладыков подчеркнул, это не окончательные цифры. Практика показывает, что доходы в процессе работы увеличиваются во многом за счет поддержки республиканского бюджета. В прошлом году мы утвердили бюджет в размере 10,2 миллиарда рублей. На сегодняшний день он составляет 12,2 миллиарда рублей. Причем безвозмездные перечисления вначале были 6,1 миллиарда. В итоге вышли почти на 8 миллиардов. Рост 30% в течение года. По многим направлениям идет поддержка. Вы ее видите и ощущаете. Такого объема строительства в городе не было давно. Вот сколько лет мы работаем, такого не было никогда. На заседании городским руководителям вручили диплом регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления» Чебоксары заняли второе место.